Я стараюсь быть на него похожим, стремлюсь к нему. Я его фанат. Футбольных фанатов у Александра Селихова в Орле немало. На стадион имени Ленина, где была намечена открытая тренировка с вратарем московского «Спартака», пришли мальчишки в сопровождении своих мам и пап. Это вратарь московского «Спартака», уроженец Орла. Начинал свою карьеру в ФК «Орел». После его забрали в футбольный клуб «Амкар». Это клуб города Перми. О футбольной карьере Александра Селихова и успехах в профессиональном плане они, пожалуй, знают достаточно. Но каким был теперь уже основной голкипер команды «Спартак», известно только первому тренеру. Ну, упертым, хотел стоять в воротах, трудился. Тем более, если учесть, что он сам из районного центра Нарышкина, вплоть до того, что родители стали снимать квартиру, чтобы он жил в Орле, и учился именно вот в этом специализированном футбольном классе, посещал футбольные занятия ежедневно. Хотел, поэтому, наверное, и стал. Открытая тренировка в Орле с участием Александра Селихова – это своего рода возможность привлечь внимание к детскому футболу, доказать мальчишкам, что и у них есть шанс в большом спорте. Правда, из всех пришедших на встречу с вратарем повезло всего 8. Они били пенальти в ворота, на которых стоял Александр. И только одному, Дмитрию Сергееву, достался в подарок мяч с автографами звездного игрока. Получается так, что я бил не наугад, а залетело все. Все 2 удара. Другим мяча не досталось, зато автографами вратарь профессионал никого из мальчишек не обделил. Очередь за ними, правда, выстроилась очень большая. Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».